Страны Большой Семерки и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. Ранее Москва заявляла, что остановит поставки в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из России. Также страны Большой Семерки пообещали в преддверии зимы поставить Украине автономные обогреватели, насосы, а также кровати, одеяла и палатки. Россия не может оккупировать Украину. Они не могут победить в военной сфере на поле боя. Они не могут выиграть войну. Они систематично разрушают страну. Миллионы украинцев остаются без света. Желание Путина погрузить страну в темноту зимой, что само по себе военное преступление. По словам Владимира Зеленского, не имея возможности одолеть Украину на поле боя, Россия прибегает к энергетическому терроризму, от которого прежде всего страдает мирное население. Только по состоянию на сегодняшний вечер около 4,5 миллионов потребителей по аварийным и стабилизационным графикам временно отключены от электроэнергии. В то же время, несмотря на то, что все указывает на отвод российских войск на Херсонском направлении, украинские военные предупреждают, что признаки побега могут быть частью спланированной провокации.